Эй, друзья, всем привет, с вами Амик, и сегодня мы с вами поиграем в игру Castle Cat. Все верно, друзья. Сегодня у нас очень прикольный день, аж 69-й, и мы с вами получим 5000 золота. Это очень приятненько, и давайте-ка посмотрим, как у нас там задание. Да, я немножечко прохожу уже задание самостоятельно, без записи, и подготавливаюсь к очень масштабному прохождению. Ну, вернее, просто прокачиваю свой уровень, своего персонажа. Он у меня уже 21-й. И что же... О, у нас Блум получает второй уровень или что? Ну, а нет, вроде как. А нет, ты действительно получил. Клео получает еще один сундук. Мы тут уже очень много всего понаходили. Смотрите, у меня уже сколько ресурсов. Мы в скором времени будем с вами открывать яички. Ну и сегодня мы разберемся с этим заданицем. А заданица у нас называется... Сейчас я его прочту. Выбор сердца. Да? Ну что ж, отправляем на выбор сердца. Нам нужен точно Хейли, да? Хейли нам нужен. Потом, я думаю, нам пригодится Молотов или Мой. Я вот думаю, ладно, давайте попробуем вызвать Молотова. И кто-то у нас еще есть. Сибуна. Можно, в принципе, Сибуна выпустить или нет? Давайте-ка мы все-таки Мурлина будем дальше прокачивать. Он у меня уже 8 уровня. Давайте начнем квест. Вы глупые коты, вам никогда не победить меня. Мою армию тьмы не остановить. Они наступают! Каков наш план, дети? А, ваш. У нас есть идеальное заклинание, чтобы остановить злого некромопса. Нам просто нужно подобраться поближе. О, отлично. Насколько ближе? Очень близко. Мы незаметно подкрадемся, как только начнем битву. Звучит неплохо. Выдвигаемся. Так, ну что, мы с вами, конечно же, выдвигаемся. У нас есть котейки, которые нам могут немножечко помочь. Смотрите, тут сколько огоньков. Давайте мы их действительно попробуем заполучить. Почему бы нет? Нам бы с вами отправить сюда Сибуна. Потом отправляем Несси, конечно же. И у нас... Кстати, друзья, а как вам такая идея? Давайте мы сейчас откроем сундуки. Давайте действительно откроем сундуки, соберем, во-первых, все, что тут есть. Нам нужно с вами еще, кстати, денежки собрать, а то я совсем про это забыл. Сейчас мы с вами будем открывать не сундуки или сундуки. Тут же сундуки или яйца? А, нет, тут же сундуки, все отлично. У нас есть, в принципе, мифическая коробка. Не знаю, что из нее выпадет, но надеюсь, что-нибудь интересное. Давайте попробуем. Ну что, вы готовы, друзья? Обязательно ставьте лайк, чтобы нам выпал какой-нибудь очень мифический котейка. И он бы нам и помог бы. Так что давайте попробуем. Открываем. О, смотрите, какой интересный котейка нам выпал. Это Нави. Нави зовут, ничего себе, вот это имечко. Так, ну у нас, в принципе, еще есть золотишко. Давайте еще тогда один откроем. Я надеюсь, что нам мифический котейка выпадет. Ну и что же? Нет, это Алиса. Достаточно обычная кошечка, да? Ну ладно, давайте еще один откроем. У меня есть, в принципе, пока деньги, золото. И что же? Ну, граб. Граб, как обычно, нам выпадывает. Я уже не знаю, сколько можно от него избавляться, потому что, честно говоря, я его постоянно убираю. Ну, постоянно удаляю его из своей коллекции, хотя он все равно возвращается ко мне обратно. У меня уже 33 котейки из коллекции, так что я уже даже не переживаю. Многих я видел, и красивых, и не очень. Сегодня нам особо, не знаю, ну, Нави, по-моему, прикольная котейка. Я думаю, даже оставим. Давайте-ка посмотрим, что у нее там вообще за возможности. Давайте уровень, наверное, по уровню сделаем. У нас самый большой уровень — это Несси. На втором месте, как я понимаю, Мурлин, да? Ну и что ж, давайте отправимся в самое начало. Граба мы сразу отпускаем. За него, кстати, получаем... О, неплохо. За него получаем огоньки. Это здорово.
И Барри Лаппер. Давайте-ка его тоже отпустим. За него тоже мы с вами получим огоньки. А то он у нас и их целых два. Я думаю, они нам пока не пригодятся. Как мы видим, вот есть Нави, и у него есть способность 100% к награде опыта в одиночном квесте, когда уровень героя выше, чем требуется. Понял, хорошо, пока он нам не нужен. К сожалению, чуть попозже посмотрим на него, как же он нам поможет. Так, друзья, ну что, мы с вами, в принципе, готовы к тому, чтобы начать наш путь сегодняшнего квеста. Так, где же? Выбор сердца. Давайте отправимся пока сюда. Здесь уже, ну вы сами видите, какая волна уже. Это получается какая по счету? Это получается уже четвертая, и нам осталось всего ничего. Всего 8 всего пройти волн. Так, отлично. Ну, сейчас мы, естественно, очень быстро проходим эти все волны. Хей, вот это да. Слушайте, а достаточно быстро проходим. Ну, как вы понимаете, я тут, ну, просто-напросто не буду прям максимально тратить эликсир, потому что он не всегда здесь нужен. Здесь можно воспользоваться и способностями котеек, как всегда, да, друзья? Ну что, кстати, да, кому нравятся котейки, обязательно ставьте лайк. Напишите в комментариях, знаете что, давайте напишите свой уровень котеек. Ой, вернее, просто свой уровень гильдии. Давайте так и сделаем. Посмотрим, может быть, у вас действительно уже очень высокий уровень. Эх, а, не, у меня получилось. Я думал, Мурлин промахнулся, но в итоге у него все получилось. Так, ну что, это уже 12-я волна сейчас будет. Мы еще с вами отправимся на новую волну. Бадабум! Отлично. Все, следующая волна у нас последняя, получается, 12-я. И мы, естественно, выпускаем все свои скиллы. И всего сняли 6000 здоровья. Ха, вот это и правда очень-очень мало. Ну да ладно. Отлично, у нас победа. Мы с вами победили. Отлично, друзья мои, мы с вами все-таки молодцы. Большие молодцы. И поэтому мы можем посмотреть, что же там дальше произошло. Так, давайте получим награду. Награду мы с вами получили. Мурлин нам не дал новых каких-то вещей. Вперед, мои слуги! Пусть враги попадут под нашими упадут под нашими лапами. Заклинание готово, Фрэнсис! Да, отвлеки их! Сглатывает. Хорошо! О, так это ж Конан. Эй, злой некромопс, готовься почувствовать кошачий гнев. Ой-ой-ой-ой-ой, тебе следовало оставаться в укрытии, ничтожный котейка. Теперь я покончу с тобой. Фрэнсис, давай! Бадабум-катапум, стань котом. Ха-ха, что? Ох, ого, я хочу этого котейку! Мяу! Катамант! Друзья, мы с вами стали 22-й уровень получили, да? Уровень гильдии повышен. И у нас новые награды, но, к сожалению, там такие награды, то что, в принципе, все награды красивые на 50-х уровнях. Мне они очень понравились, я там их посмотрел, они достаточно прикольные. Так, катаман. Посмотрим, что же мы здесь получим. У нас есть шов, но, честно говоря, шов-то, конечно, хорошо, только его нужно прокачать побольше. Давайте-ка мы тогда Молотова сюда отправим. Он у нас аж 7-го уровня, ничего себе, вот это да. Ох, что это за чувство? Я чувствую спокойствие. Сработало! Мы превратили злого некромапса в доброго катаманта. Ты уверен в этом? Ты не веришь в мои силы? Вы, товарищи коты, нам нужно убираться отсюда. Эти монстры рассвирепивают без своего лидера. Хорошо, катамант, иди с нами. Слушайте, мы действительно сейчас получим с вами катаманта. Это будет очень здорово, я очень хочу получить его. Так, друзья мои, тут осталось сколько волн? Осталось-то совсем немножко волн, но нам все-таки пригодится эликсир рано или поздно. Так, давайте-ка мы начнем это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так,
так, давай. Отлично, друзья, мы сейчас с вами совсем справимся, и осталось-то совсем немного. Осталось всего лишь... сколько тут волн-то уже? Так, это получается 8 волн, но это не так уж много, как вам кажется, действительно. Сейчас мы быстренько нового котейку получим. Я надеюсь, что это последнее задание, друзья, и оно не будет самое длинное. Ну, потому что очень хотел этого некромопсика к себе. Или как там его теперь называют? Слушайте, я даже имечко сразу забыл. Он мне просто нравился как некромопс. Он такой смешной и забавный был. Эх, сейчас он пропадет. К сожалению, он сейчас действительно пропадет. Мы уже на 9-й волне, и это достаточно было легко. Да, это было очень легко, и уже на 13-й. Ну, ой, уже на 10-й. На 10-й уже практически прошли 10-ю, да. Конечно, наши котейки не такие уж сильные, потому что волн не так уж много. Нам нужно воспользоваться эликсиром, его восстановить всего, и отправляем наши скиллы снова сюда. Друзья, я думаю, это будет очень круто, очень круто. Так. Волна 12 из 13. Это здорово. Это здорово. Хира-ха-ха, хурум-бабам! Просто взрыв. Просто взрыв. Отличненько. И барам-бум. Все, мы победили. Справились со всеми. Со всеми, ну, монстрами. И что ж там по заданию? Мне даже самому стало интересно. Так, получаем мы с вами награду. Тик. Товарищи сагильдийцы, представляю вам катамант. Вы поймали злого некромопса? Отличная работа, котята! Не заключенного привели они. Не, заключенного привели они. Чего? Не, добрый катамант теперь один из нас. Я обещаю использовать свои силы во имя добра. Я чувствую в этом коте нет больше зла, чем во всех остальных. Как по мне, это все равно подозрительно. Доверяйся нам. С помощью катаманта мы сможем, наконец, закончить эту войну. Так, тактики по спугу. Это хорошо, потому что мы сейчас попробуем пройти это задание снова. У нас, к сожалению, только один Конан есть. Мы не сможем справиться со всеми этими монстрами. В конечном счете мы проиграем этот бой. Это ваш шанс показать себя, катамант. Что нам делать? Что ж, они все контролируются темной магией. Ее источник находится в моей старой башне, но мы не сможем туда пробраться. Почему нет? Потому что я установил идеальную защиту. Неудачно. Что тогда? Нужно хотя бы отпугнуть их от этого места. Давайте, дайте мне минутку. Хорошо, мы пока отпугиваем, но нам нужно, естественно, помогать. Мы тут как тут... И, честно говоря, надо было пойти поиграть в карточную игру, но я решил, что нет. Не сегодня, друзья, потому что мы с вами сегодня проходим максимально новую. Вернее, я хочу сегодня этот квест завершить. Если действительно мне его можно будет сегодня завершить, это будет очень хорошо, друзья. Это будет очень здорово, потому что я уже, знаете, устал эти квесты проходить. Хотя, представьте, закончится эра квестов, которые именно, как сказать, ну, какие-то задания все-таки. И будут обычные карточки, где мы с вами будем их проходить без толку. Просто без толку будем их проходить. Ну ладно, котейки, в принципе, у нас никуда не денутся. Они нам помогут. В любом случае справиться с любыми заданиями. И обновления в этой игре достаточно частенько бывают. Так что мы, может быть, что-нибудь новенькое здесь увидим. Так, мы уже на 7-й волне. И это не просто достаточно. Это действительно не просто было сюда
пробраться, сколько мы уж серии отсняли, но Некромопс все-таки был повержен. Повержен, но я надеюсь на этого, очень-очень большие надежды на это кидаю, потому что Некромопса вы сами видели, да? Он вообще теперь на котейку похож, теперь он сам не Некромопс, он котейка. Да, и это прикольно, это очень прикольно. Но хотя я буду скучать по нему. Пока, Некромопс, привет, Некрокот. Я его Некрокотом, котом буду называть. Хотя он добренький сейчас, да, какой-то весь добренький, такой хорошенький стал. Ну, котейки все потому что хорошие, а вот Некромоп... Хотя мне тоже мопсики нравятся, мопсики они достаточно прикольные. Но все-таки здесь он достаточно злой. Так, ну что мы, друзья, мы с вами уже на 12-й волне, уже на 13-й даже волне, вот это да, вот это достаточно быстро мы прошли, заговорились и проперлись, быстро прошли эту волну. Отличненько, это очень здорово. Так, Конан, давай начинай воевать. Урон достаточно высокий, получается, это здорово. Это здорово, но нужно чаще. К сожалению, Конан не такой сильный, как все другие мои котейки. Мне вообще Конан не очень нравится в плане... Не, он мне внешне, конечно, нравится, а вот в плане скиллов мне он не очень нравится. Так, ну что, мы вроде выполнили задание, сейчас посмотрим, что же мы там все-таки получим. Опыта мы с вами наполучали. Назад, мои слуги, вернитесь в ту тьму, из которой вы пришли. Они действительно отступают. Я ж говорил, Котамант. А, вот, надо запомнить. Котамант. Хороший. Не знаю, Кэп. Я не доверяю этому товарищу. Я тоже. Действия говорят громче, чем слова. И Котамант только что спас наши жизни. И сейчас мне понадобится помощь в поисках особенной вещицы. Скажи нам, где она, и мы отведем тебя туда. Так, хорошие заклинания. Ну что-то мне кажется, то что Котамант не такой уж и добренький. Просто прикидывается, ему просто что-то от нас нужно. Естественно, мы сейчас пойдем поиграем в картишки, потому что у нас очень мало энергии, но нам нужно ее восстановить. Конечно же, я воспользуюсь вот методикой своей. Сначала мы с вами максимально открываем... Так, где-то здесь, по-моему, было. Ага, получается, здесь мы можем найти... Так, это сюда. Ой, я не то сделал, что хотел. Ну ладно, ничего страшного. Так, это сюда, по-моему. Это сюда. Все, отлично, мы с вами всех нашли котеек. Получили мы с вами доступный эликсир. Но, правда, у нас его очень мало, так что мы с вами продолжаем. Так, мы... Главное все тут запоминать. Я, честно говоря, мне уже немножко эта игра поднадоела, но все-таки надо нам эликсир-то получать. Рано или поздно они у нас заканчиваются и... Так, подождите, это сюда. А то заговариваюсь, бывает, и забываю, где котеек видел. Так. Вот сюда, это сюда. Все, отлично. За 21 ход, ну, в принципе, для простого такого прохождения ничего такого страшного нет. Так, здесь котейка есть, здесь котейки нету. Ага. Так, вот это сюда. Эх, как-то странно. Слушайте, а я подзабыл, кто где. Чё-то я реально подзабыл, кто где. Так, стоп. Вот это сюда. Нет? Серьезно? А, во, все, я нашел. Так, Кэтнис, где ты? Где ты? Так, он, по-моему, здесь. Здесь. Все, отлично, мы с вами... Ладно, давайте подождем, потому что я хотел бы пройти побыстрее этот квест хороший. Так, отправляем туда Несси. А, чего? Назначь больше героев. Понял. И Красногрива надо отправить. Вот мои два на данный момент
тигренка. У меня есть план, товарищи коты. План, который поможет нам исправить это все. Серьезно? Да, все, что нам нужно, это больше волшебных пальцев. Много-много волшебной пыльцы, я думал, пальцы. Разве у нас ее нет? Не, мы уже все потратили. Может, у усов есть еще? Нет, этого не будет достаточно. Вы должны достать ее сами. Тогда где? У меня не было возможности найти их самостоятельно, но феи обитают в глухом лесу. Давайте спросим древних котов, они знают все о глухом лесе. Великолепно! Да, я даже не мог подумать то, что мы когда-нибудь будем вместе, ну, на одной стороне с некромопсом. Я думал то, что нам придется его победить, но, как вы поняли, мы его не просто должны сейчас победить. Он должен с нами победить свою же армию. Это как-то очень странно выглядит, но, по-моему, это забавно. Ну что, друзья, мы с вами должны победить раз и навсегда некромопса, ну, по крайней мере, его оболочку, так скажем, да? Да. Ну что ж, этого тигра мы точно должны победить. Эх, тигр, ах ты! Вроде как справляемся с ним. Отлично, и давай. Ого, ничего себе, вот это я понимаю, вот это вот крутые скиллы. Действительно крутые скиллы. Не то что... Ладно, в принципе, мне все нравятся мои котейки, которые у меня есть. Но по-разному. У некоторых скиллы прикольные, а некоторые просто выглядят очень круто. Я надеюсь, то, что и вам так же, как и мне, не нравится. Так, ну что, уже... О, новый эликсир нужен? Вот это да. Так, давайте-ка воспользуемся умениями котеек. И на новую волну переключимся. Мы уже на 10-й волне, это здорово. Но нам нужно спешить. Нам нужно спешить, друзья. Потому что времени у нас не так много. Давай. Осталось немножечко. Осталось всего лишь чуть-чуть. И все. Вроде как мы с вами... Да, все. Мы с вами практически прошли. Осталось совсем малеха. Малеха. Все, последняя волна, друзья. Мы тут по максималочке просто пойдем в этого белого тигра и победим его. Отлично. 1400 сняли с него и бадабум. Эй, осталось всего 500 у него здоровья. Все, мы с вами справились. Получили, кстати, и опыт, и денежки. Это неплохо. Все. Получаем большую удачу, награду. И это очень круто и здорово. Это место... А, это то место. Да. Нам нужно только пройти через этот туннель, чтобы добраться до древних котов. Хорошо, попробуй спросить их, как найти фей. Ты не пойдешь? Я ведь был злым и все такое, но думаю, что древним котам понравится мое присутствие. Звучит справедливо, тогда ты останешься здесь. Фрэнсис, открой тропу. Лады. Поиск фей. Ну что ж, друзья, я думаю, то, что мы пока на сегодня с заданиями справились. Давайте-ка откроем тут еще сундучок сегодняшний. И что ж там? Отлично, слушайте, а мы с вами кого-нибудь сейчас прокачать можем. Давайте-ка наших котеек немножечко... Бадабадабадабам. Давайте вот, у нас есть Несси, я ее все хотел эволюционировать, и мы это можем сделать. Да, у нас это получилось. Юпи, герой эволюционировал. И смотрите, какая теперь у нас Несси просто красоточка. Очень красиво выглядит, теперь она действительно у меня очень крутая. Следующая эволюция за 8 красных огоньков. Или оранжевых огоньков. У нас еще есть огоньки. И я думаю, Мегара может... А, подождите, зеленый... Да, зеленых огоньков нам как раз. У нас Мегара, мне кажется, будет максимально сейчас прокачан. И посмотрим. Второй навык открыт. Отлично, теперь Мегара имеет 2 навыка. Здорово. У него максимальная эволюция, и это самый первый мой котейка, который получил самую последнюю эволюцию. Это круто.
Ну что ж, давайте-ка еще посмотрим, что мы можем потратить. Теперь нам нужно синенький потратить для эволюции. Давайте-ка сейчас мы по типу. Давайте обычные, редкие и мифические. Я хочу вот мифический потратить. Мурлин у нас использует синенький. О! Так мы и Мурлина можем максимально прокачать. Вот это будет здорово. Давайте-ка попробуем это сделать. Ну что же, Мурлин теперь второй навык тоже открылся. Это замечательно. Так, друзья мои, эволюция у Мурлина и у Мегара закончена. Теперь они у нас максимального уровня. Несси у нас, кстати, осталось всего одна эволюция, да, получить навык. И смотрите, какая она у нас теперь красавица. Но, честно говоря, я бы хотел еще улучшить вот этих котеек. Хотя мы действительно можем его улучшить. Давайте посмотрим. Красногриф. И получает вот такую прекрасную... Это как ракушка, да, какая-то? Ха-ха, прикольно. Так, а мы можем еще его эволюционировать? Нет, к сожалению, нет. Но следующий у него будет новый... Существенно увеличивается урон во время битвы. О, вот это круто. Я тоже хотел бы почаще, чтобы у моих котеек такое было. Так, пятый уровень. Давайте избранные и уровень. Я думаю, давайте по уровню их отсортируем. То есть Несси у нас самая лучшая. Получается, по уровню Мурлин на втором месте. Красногриф на третьем, Мегара на четвертом. То есть нам, по сути дела, надо бы еще... Так, надо сейчас подумать. Так, зелененькая это синенькая, да? Она... Ой, оранжевая вернее. Ну, в принципе, нет, у нас все равно ничего уже нет, так что мы можем просто закончить. Ну что, друзья, спасибо вам огромное, то, что вы были сегодня со мной. Давайте, кстати, построим уровень металла номер 6, сделаем. Прокачаем все-таки, прокачаем наш металл. Теперь он у нас увеличился. И что же, строить пока мы с вами не можем, к сожалению. Металла я, кстати, накоплю. О, а сейчас давайте, подождите, тут чуть-чуть осталось. Мы с вами просто-напросто сейчас накопим очень быстро наш... Хотя зачем? Камень сейчас накопим и сразу же можем же построить... Вот, отлично, все, мы камень с вами накопили и теперь мы можем... построить... Так, улучшить станции дерева. Давайте улучшим дерево. Объем хранилища 20. И у нас уже какой уровень-то? Седьмой получается, да? Седьмой уровень у нас дерево уже добывается вовсю. Просто очень быстро. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное, то, что вы были с нами. То, что вы были на моем канале. Надеюсь, вам очень понравилось. Ставьте лайк, 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 лайк. Кто хочет следующую серию, обязательно ставьте лайк. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал Амик Детские Игры. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего. Приходите на стрим каждый день, кроме вторника и среды в 14:00. И обязательно, обязательно удачи вам во всем. Да, ну что, всем пока-пока. Удачки, пока. Уху, хи-хи, о, хи-хи, хи-хи, уху.